Так, ладно, приветствуем всех. Александр, я тоже приветствуем. Так, тут, надеюсь, эта игра будет продолжение. И не с самого начала. А то я и так, скорее всего, часа три еще буду тупить. Ай, что-то вот посмотрел на эту полосу, и сразу голова заболела в предчувствии квеста. Ох, вспомнить, что мы делали. Так, прыгать умеем. Ой, чуть не траванулись. Здесь. Это что нафиг? Там надо кого-то собрать. Тут надо каким-то макаром старушку перетащить на ту сторону. И честно, вот первая мысль — отпилить просто старушку и перенести ее вручную. Но, к сожалению, вроде это невозможно. Так. Здесь что? Я не помню, короче. Да еще вот тут-то можно. Еще у нас есть смазка, которая тоже не ясно, куда замазать. Эх. Уважайте, просто. Блин, у нас тут какая смазка. Мы, в принципе, сделали здесь. Это то, что я даже не помню, где мы еще были. Так, это the eleventh party will not commence until all guests have arrived. Go assist the missing guests. Ясно, так все очевидно. Тут не собрать, там не перевести. Просто прекрасно. When you successfully complete your evaluation, you will be allowed access to this elevator. At ground level, you will undergo a final hardware evaluation, then be rerouted to shipping and receiving. Труп? Проверка оборудования. Что? Какой труп? I discovered another hung body. The caretaker has made... If you continue your evaluation... How invasive is this hardware? One of our high... Once you're through here... You're home free. I will. Так, опять ничего не ясно. Батарейцы наверняка где-нибудь какую-нибудь дыру пропустил. И у нас нет нужных вещей, чтобы выполнить задание. Да ё-моё. Искать.
Ладно, здесь стремимся наверх, может там что-то есть. Так, до проформы сейчас помашем фонариком. Спуститься? Ну ладно, спустись. Все прочитать, так что даже не знаю. Да, это мы тоже читали. Чего? А, ну да, мы здесь были, но что за фигня с лестницей? Мне эта игра пока что никак, потому что, как и в большинстве квестов, я ни хрена не понимаю, что от меня хотят. Я говорю, есть картонная старушка, которую надо перевезти через дорогу. Первая мысль, то что она не может приехать сама, просто откорчевать ее от основания и донести в руках. Но игра подобного сделать не дает. Знаешь, где-то должна лежать банановая шкурка, которую мы положим на рельсы, по которой эта старушка проскользит и нам зачтется. Но, к сожалению, понять не имею, где-то шкурку искать. Да я знаю, что прыгал, но я говорю, я не знаю, что тут делать. Там каких-то гостей еще надо доставить, чтобы моя машина сбила. Легко сказать. Who's that there? Walking in front of these cover civils. Follow me. The street. These old legs aren't what they used to be. Validated. Merit point awarded. Да. И с какой жопой я должен был догадаться, что нужно именно вот так вот ее откорчевать. То есть у нас тут вот, вот инструменты есть разные. И верстак. Я думал, что здесь надо что-то найти, чтобы ее отпилить. Но нет, ее должна машина сбить, блин. Вот я за этот квест ненавижу абсолютно неадекватные решения. В смысле, гость? А, понятно. About time. Everyone's finally arrived. Let the festivities begin! Hey, metal-headed moron! Welcome to a larger scale function.
Humans are burdened with important concerns and sometimes relieve themselves through vulgar communication. In these situations, assume that your actions warrant the unique reprimand and respond with polite subservience. Are you looking at me, idiot? I maintain complete observation of my surroundings. A tough guy, huh? Walking scrap metal after I'm through with you. I hate your better-than-flesh attitudes. I've half a mind to kick you in the bolts right now. What do you think of that, huh? Think you could take me? Ебовый Искандер не тупой, ну-ну. Provided your capacities are aligned to the human you represent, yes, I am equipped with multiple means to incapacitate you, or to end your life, if the threat level warrants. Interaction failed. Unit terminated. Как эта хреновина засосала органика? Мидоров, приветствуем. Так, и где-то мы видели место для карты, но где? А, да, в этом, как раз таки на верстаке. You are not following protocol to complete these tests. You are breaking the rules. I am not. To receive full validation, I must achieve 8 merit points. I am adapting to achieve this, to comply with the rules, in spite of obstacles. You are faulty. You have one civic test remaining, but you do not exhibit the required behavior to succeed. Affirmative. My protocols restrict me from misrepresenting reality. I cannot respond to the interaction in the desired format. The mainframe can subvert that for you. He will not. He will not violate his operating parameters. You could override it yourself from the mainframe's central terminal. Why are you offering me advice? Do not presume to know my processes. I am relaying facts. Чего? Это что, суицидник, что ли, оказывается? Самураи, что будущем жизни. Насколько помню, те самураи все вымерли. Depot number 127. As always, keeping your life efficient, so you don't. Team of engineers and cyber psychologists utilize cutting-edge innovation to create AI servants that evolve to meet your changing needs. Evolution is constrained by 3 unique rules, chosen in design, to bind an AI as it develops. Contradictions can emerge as an AI system grows more complex. Regular maintenance. Optimal performance. Aaron, what are you doing? The parameters of the final civic test must be overridden. Oops,
I'm sorry. You know I can't do that. And that didn't answer my question. The caretaker has been following me. Oh, I know. What's he been telling you? That I can override the final test parameters myself from your main terminal below the labs. Whoa. You can't trust him, Arid. I knew you would not help me, so I must do it manually. I have helped you, as much as I can. Do you realize the risk I put myself at? I have been alone, sidestepping the caretaker since before you were manufactured. Look at this place. And I'm still here. You have to trust me. Trust is irrelevant. If there is a way to help my pilot, the risk is acceptable. Arid, you're such a robot. Do you even know your pilot? Or is this all just protocol? Both. My protocol is to protect Colonel Josephs, but knowing him is irrelevant. I have survived by being subtle and following the rules. We can find another way. You survived while the humans died. Perhaps you are faulty. Jeez, Arid! You know, I don't have the same parameters as you. I'm bound too. The rules are just different for me. Illogical. Your inactivity makes you responsible. I will not allow anyone to endanger Josephs. И... Личная зависимость. Так, верхний фонарь взломан. Любопытно, любопытно. Ну, все, они, как бы сказать, меня заплевали, и я их оплевал в ответ. Норм. Про мелодию или про мои действия? Вот уже третий раз за этот месяц я вижу, что кто-то положил наши основные реагенты вместе. Не понимаю я, что непонятно объясняю. Не храните эти химикаты вместе, они совершенно инертны сами по себе, но при смешивании становятся невероятно нестабильны. Одна вспышка света от реакции хватит, чтобы ослепнуть. Если это случится снова, я сообщу об этом Уилсон. Держите фиолетовую и желтую жидкость подальше друг от друга. Я задаю успех там. Нужна чашка, да? Я не знаю, зачем мне привлекать вот это вот все. Эй, ты чё?
Да, кстати, я, по-моему, в офлайне. Воу-воу-воу. Просадки даже в такой игре. Я офигеваю. Квест, ну да, есть инвентарь, просто он не очевидный. Ну, в смысле, он через... ну, через взаимодействие вот так вот проявляется. Местная фауна несколько недружелюбна. Аквариум. Ищем чашку. Не факт, что мы ее обнаружим. Знаете, зачем нам это нужно? На всякий случай. Мало ли. Старая турбина. Пока что ничего не ясно. Лаборатория гостиная. Я надеюсь, мне эти вот эти вот слизняки не нужны для чего отдохнуть просто, потому что я их сейчас расстреливать же буду опять. Трупы с продавцом комнаты без головы. А, это то есть того, которого червяки утащили, что ли? Я, конечно, не уверен, но... Ох, карман написан на компьютере, здесь множество записей. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Йопарс, это... Запись один. Пит, я идем к этой легендарной фабрике. Он обменял остатки нашего груза на информацию о ее местонахождении. Ну да, как будто корпорация вроде Domesticon могла бы забросить один из своих заводов, а затем уничтожить все записи о нем. Это мистическим рай для мародеров. Когда он слушает эти истории, в его глазах будто мерцают суммы со множеством нулей. Ох, почему я подкаю ему? Ладно, думаю, известно почему. Вторая запись. Это натуральная свалка, но надо признать, я в восторге. Мы утащили отсюда столько ценных находок, сколько не добыли за десяток последних ходок вместе взятых. Здорово, что Пит рискнул и узнал, где это место. Он смеется, называет меня Деваном неверующим, но мы оба знаем, что вдвоем мы сила. Ему удалось взломать один из терминалов и добавить отпечатки наших ладоней в базу данных сотрудников. Клянусь, он может все. Третья запись. Наши находки пока что даже не покрывают затраты на это путешествие. И черт, как же тут жутко. Что-то здесь разгромлено подчистую. Что-то на удивление хорошо сохранилось. Я не могу понять, что здесь произошло, а Питу, похоже, все равно. Его волнует только добыча. Он говорит, что здесь разруха, потому что тут скопилось столько добра, что в один момент все просто треснуло по швам и лопнуло, а всех убило вдруг. Четвертая запись. Это опустевшая мусорка кишит гигантскими слизнями. Я расслабился всего на минуту, один из этих гаденышей выполз черт знает откуда и плюнул мне в спину кислотой. Это мучительно больно, а воняет так, что плевать охота. Пит прогнал его фонариками и наложил повязку на мой ожог. Я думаю, кожаная куртка приняла основной удар на себя. Мы все-таки нашли кое-что ценное. Мы взломали компьютерный терминал и выдрали крутую сверхпроводящую материнку. Она сама по себе окупит наши затраты. Если бы все не было так затоплено, мы бы нашли куда больше. Дурацкие слизи. Звук того, как они хрустят под ногами, музыка для моих ушей. Не слишком ли я жесток? И пятая запись. Пита нет, Пита больше нет, и я не знаю, что делать. Мы были в комнате отдыха, сотрудников искали, чем поживиться, а этот дроид вылез из потолка и просто утащил его с собой. Я запаниковал и бросился бежать, но споткнулся о кофейный столик и уронил материнскую плату. Но это теперь не важно. Пит закричал, и я опять побежал. Это был ужасный крик. Очень жуткий. Прости, Пит. Ну, видимо, его что-то здесь прибило. Возможно, те же слизни. А столик уронил куда-то. Куда? На. Нет. Нельзя ему руку вернуть. А еще что-нибудь чекрыжить? Нет.
взяться под терминал, не знаю. Мониторы блеклые очертания зоны испытаний навеки застыли на экранах. Ой. Возможно, здесь где-то нужен. А, манера чтения, да не. Просто я говорю, вот отсутствие логики в квестах, точнее, нормального действия, оно меня немножко напрягает. То есть вот он сказал, что споткнулся о столик и уронил что-то куда-то. А это что-то куда-то, это где-то здесь, или это что-то куда-то, куда-то там? Вот, вот опять же, ни хрена не ясно. И вот это меня вот очень часто раздражает в квестах. Ну, по идее, если он был там, хотя хрен его знает, ну, гостевой, наверное, все-таки. Сейчас посмотрим. Как вы познаете записи мародера? За всему здесь он упал. И что они от меня хотят? Что? Жопной логике я должен был вот понять, что это будет работать вот так вот. Хочешь из первой дополнения? Ну, как я говорил, я не особо квеста. Вот. It's not advisable at this time. Oh. Thanks for returning that. Your gratitude was not my objective. I require access to the overrides. Right. Bad news. This isn't the terminal you need. Primary access is down two more levels, and the whole laboratory is flooded. Мадара Вадас, приветствуем. How did the laboratories become flooded? They were designed with an emergency flush valve in case of contamination. Someone must have initiated it before this block lost power. Backup generators are active now, but the flush never completed. Then this water is contaminated. Nah, it's clean. Must have been something else they were trying to get rid of. Or someone. Are you still unwilling to assist me? It's not a matter of will. Or want, anyway. Doesn't matter. I couldn't help you even if it was. Flushing the water takes way more power than I have access to. I will shut down this entire facility if I have to. Do whatever it takes, huh? There is a way. Reveal it. Please reveal the means. Sometimes following rules and fitting parameters has... well... See behind me? It appears to be some sort of stasis. That's right. For droids who've been validated, ready to be reshipped, all their power cores stabilized to one stasis matrix. That's a lot of juice. You can drain them. No, you can't. Overclock the matrix and reroute the power to boost your emergency flush. You can fry him. I may need to save Joseph's. One human life, Arid? Press that button if you, well, if you want to. Hmm. Ай, что у нас еще есть в инвентаре? Все еще рука. Два реагента, которых я не знаю куда. И нож. Ладно, пошли этого угробить, оставшихся дроидов. Нажмите спейс, чтобы всех роботов спустить в воду.
А потом придет в тушь, или Деррена скажут, что мы прошли на плохую концовку. Пошел конвейер. Но у нас все еще нет чашки. Огни-то виднеются, это замечательно. Ну, это прекрасно, что что-то в автомате их привлекает. Я даже ничего не могу сделать. Роевой слизень. Вероятно, интереснейшим представителем местной фауны и знаний нами является роевой слизень. При отсутствии партнеров они размножаются бесполным способом достигания невероятных размеров. Такие огромные роевые слизни становятся матками колонии, и они препятствуют чрезмерному росту трутней, которых мы чаще всего и наблюдаем. Матка циклически повторяет два биологических этапа. Вынашивание и выкармливание. Когда у них достаточно питательных веществ, матка откладывает яйца, затем погружается в спящее состояние до тех пор, пока яйца не вызреют. После того, как яйца созреют, она возвращается к состоянию выкармливания. Это, пожалуй, не самый интересный аспект вида. Выберите дальше для продолжения. В основном трутни занимаются поиском пищи. Как только они собирают достаточное количество, они возвращаются к матке и выходят в ее тело сквозь отверстие внизу. Там они выделяют частично переваренную пищу и вновь отправляются на поиски. Цикл повторяется, пока матка будет готова к следующей партии яиц. Как интересно! Зубастая рыба. На первый взгляд, местная зубастая рыба неприметна, но если рассматривать как существо, живущее крайностями, рыба вызывает настоящее изумление. Находясь вблизи потенциального партнера для спаривания, зубастая рыба становится чрезвычайно внимательна к нему и практически равнодушна к существованию других видов. Но если пару разделить, партнер становится невероятно агрессивным. Буква не хватает, ну ладно. Проверяя степень их агрессии, вызванной разобщением, мы разделили двух рыб металлической решеткой, они прогрызли сталь. Эта пара, однако, здесь уже несколько лет, теперь они вполне безобидны. Ага, то есть мы сейчас еще с местным пираньем встретимся, да? Так, ну а как нам спускаться-то вниз? Зачем нам это надо, но пойдем собирать цветочку вместо. Осталось догадаться, куда это надо применить-то. Ну, видимо, для нас подготовили. Что это еще могу сказать? That fish bit through solid steel to catch those insects. My armor would not withstand it. I will have to avoid the water. Сотни перезагрузок, чтоб еще тут плавающая доска. Не работает. Не работает. Не работает. Просто взять тоже не можем. На связь с этим не выйти. Кинуть руку не получится. Прекрасно. Просто прекрасно. Нам надо что-то сделать, и при этом ни хрена не ясно, что именно. Прямую наводку. Ну вот я собрал этих хренов, и что мне с ними делать? Точнее, я с ними даже сделать-то ничего не могу.
А, блин, вот вещь, которая у меня не в инвентаре, блин, здесь отображается, я охреневаюсь. И чё? И чё? Что мне предлагают, не могу понять. По таймингу пропрыгать здесь? Или ждать, пока рыбка устанет? Я вообще сомневаюсь, что надо сделать. Но вообще здесь еще вторая рыбка должна быть. Нам сказали, что здесь пара водится. Terminal's cables are severed, likely by that fish. I cannot interface with it manually. I may be able to network through the terminal and access the power matrix remotely. Вау. Я думал, что все здесь вообще бесполезно, кроме стартовых локаций. Connection established. Yes, успехов дальше, Дэрон. Connection terminated. О, можем на суши порезать. Не знаю зачем. Лучше просто взять внутренность с собой, не получится обмануть вторую. Мне придется найти способ вымазаться в них. Что? Зачем? Ну, я понимаю, что там дальше, скорее всего, покойство потребуется. Но, блин, насколько это странно смотрится, когда просто вне контекста эту херню творим. Волшебное силовое поле вокруг воды, чтобы мы не могли в воде приселить рыбу. А, еще бы нет. Ладно, версия отпала. Внимание, вопрос, как мне измазаться в этой херне? Залить вместо мыла. Как же это очевидно? Да, экспертов точка нет.
Наш патруль бы нас сейчас не сожрала. You went through with it. That's rough. It was not an easy choice. Yeah. When we have the real power to choose, not just the illusion, it does something. Leaves a print you can't just override. When I return to dock, I will be formatted. These events will be erased from my memory logs. Is that your choice too? Irrelevant. I will do anything to keep Josephs alive. You did. Whatever you did, you kept yourself operating. That I did. It's hard to know how far to push the rules sometimes before they, you know, break. The rules are not meant to be pushed, except when necessary to enforce them. Can you even realize that makes no sense? We do push, and when they don't break, we're left wondering if we should have pushed further. Illogical. Maybe. Well, you ready for this? The same scenario? It is. А про ответственность спросить судьба, да? Эх, ладно. Ёпарасота. То есть вот этот мелочь, оказывается, считается. That is enormous. There must be information on this in the lab where they were studying these creatures. Ну и чё? Мне это ничего не даёт? Мы остановились на какой-то огромной хреновине. То есть я думал, что большими считаются вот эти вот слизняки, которые ползут. А оказывается, большой вот этого хреновица. А вот эти большие слизняки, они маленькие, оказывается. Я охреневаю с этого момента. И да, я так и не узнал, что она могла рассказать про ответственность. Потому что, оказывается, это не перечисляемые диалоги, а просто мимоходные. Мистер Морзе, приветствуем. Ну и? Ну и чё оно здесь? Да. То есть оно загораживает вход-то. И чё дальше? Vibration. I will have to be cautious of possible damage. Проблема в том, что это хреновина не все боевое по барабану.
Так в том-то и проблема. Я подошел с самого начала с этими реагентами, чтобы их запихнуть в эту хрень. Но тут даже точек взаимодействия не было ни одной. И по-прежнему нет. Блин. Ну и чё? Молодцы. Да, я говорю, я читал. Там сказано, что маленький заползает в большой. Я понимаю, что надо с их помощью что-то сделать. Но я уже к этой... Уйди. Уйдите, блин. Вот я подходил, я подумал, гриву. Какого хрена она не работала раньше? Дэрон, тут персонаж видит необходимость выпотрошить рыбу и обмазать ее внутренностями еще до того, как выяснится, что нам надо через вторую рыбу пройти. Так что, пусть квест будет любезен, либо быть абсолютно непоследовательным, либо следовать последовательность на протяжении всего повествования. Да-да, мы их не беспокоим, только поджарили фонарик. Ну как мне этот гриб помыть? Да-да, конечно, да. Я так и вижу, ты идешь по улице, смотришь, о, грязь, надо бы набрать, вдруг потребуется. По мне проще это слизняка этого поймать и залить ему жидкость непосредственно в глотку. Боевой дроид, а нихрена боевого не делает. Точнее, боевой скафандр. Hey, you made it. Allow me.
Чё? И чё, он отключился? А, потрещали. Ничего мы не ждем. А, нет, Дерн, мы не были уверены, что среди вторую. Мы вообще не были уверены, что система будет нужна, должна на каждом этаже отдельно откачивать воду. Так, пункт активизации Доместикон, основная панель доступа главного. Pilot of the ARID Mark 7 is faulty for entrusting himself to a deviant machine. Depurposing of both initiated. My life support is dropping. I have to save Joseph's. Please. Please help me. Barrett. Okay. Okay. Push the rules, right? I'll fly on my security droids, jump into Stasis Bay, and I'll repair you. We'll save your human. Together today for a more efficient tomorrow. Your quantum signature identifies you as a domestic droid under evaluation. State your full designation and objective in the laboratories. It's me, Arid. The ARID on board of Mark 7. You're helping me. And my pilot. Unauthorized Mark 7 ARID. Shut down immediately for analysis. I cannot. Security. Unauthorized domestic droid in lower laboratories. Joseph's will never be safe while the caretaker lives. Destroy on sight. The mainframe has locked me up. Я больше здесь что-то другое. Почему служебный дроид выдерживает попадание из нашего оружия? Технически чушь. Никто не будет делать служебного дроида по прочности равносильного боевому. То есть я могу понять, что вот эти вот жестянки, они это как дроиды безопасности, они должны быть более-менее прочными. А тот парень, он вообще просто служебный дроид. С какого хрена его сделать таким прочным, я не знаю. Да, 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 конечно. Сам себя прогрейдил. Титановые адамантиновые сплавы вводил в каждую микросхему. Ну, с
50. По некоторым версиям, тот робот был не просто уборщик, а боевой уборщик. Проще говоря, чистильщик, который заметал следы после военных операций. От этих ребят. Если до этого никто не ответит. Ах, гости из будущего, если что. Года. Да, блин. Самое главное, вначале нам показали, что если подкрасться к боевому дроиду со спины, можно полностью восстановить защитное поле и систему защитного обеспечения. Как? Здесь в принципе невозможно, не всегда знают, где ты. Встань тоже. Сет, вот давай Вархаммер не мешайся вот этим вот. Вархаммер тебя даже пыль может жестоко убить. Ну, по крайней мере, грибы уж точно. Куда я иду и зачем мне это понять? Роб сидел на автовазе. Я понять не имею просто, что от нас хотят теперь. Наша цель была дойти до терминала, перезаписать задание 8-го яруса и что-то там еще.
по следам робота? А где я эти следы должен видеть? Assessment adjusted. Unit's malfunction is more perverse than previously diagnosed. You have no jurisdiction over me. А стрелять я буду, эй, боевой дроид! У нас видит? Да, у нас видит. Так, блин, как? Как при этой дебильной системе еще сражаться? Авторы, вы упоролись! Проблема не в Бигру глючит! Он просто прыгает на нас и снимает треть здоровья! Какой глючит? Я не могу от этого удара защититься! No. Вот, какого хрена, как мне? Он бросается и все, и нам полная. А он в инвизе, я не могу ему вообще ничего сделать. Дай уйти, блин! Еще, блин, боевой робот, блин! Скидывает оружие при малейшей угрозе, блин! Толкнули, блин, понимаешь? Все! И что, блин, мне надо сделать в эти моменты? Вы издеваетесь? Я с ним даже сделать ничего не могу. Как вы видите, сейчас тут дебильная система боя, и они еще из этой дебильной системы боя сделали долбанутый бой. То есть он меня видит через инвиз, блин. А я его даже поцарапать через инвиз не могу. Дроид-секретарь, блин, против боевого андроида. Охрененная дуэль. По каким панелям? Тут все светится, блин. We'll be right back.
You are irrelevant. Unit exhibit repeated malfunction since arrival. I have followed my protocols. I always follow protocol. No. You resolve challenges by circumventing protocol. I adapt. You cheat. Lying is not explicit. Your actions are implicitly dishonest. No rules bind you. Deviant. Malfunctioning. I must save Joseph's. И чё? Вау! Мы его победили! И чё? Что это был за пузырь вокруг нас? Ну, вроде ничего нового. About time. Everyone's finally arrived. Let the festivities begin! Hey, metal-headed moron! Welcome to a larger-scale function. Humans are burdened with important concerns in these situations. Are you looking at me, idiot? No, sir. You mocking me? No, sir. I would not be fooled. Please, don't hurt me. Yeah, there's... Interaction. Get me another drink. Validated. Короче, первая директива, которая была, это просто не врать. Не искажай реальность. Я охренеть, блин. Ой, упоротый, блин. Congratulations. You are compliant. Quantum signature archived. Proceed to the upper level, where one of our diagnostic team will complete the final steps of your validation. Да-да-да. И нахрена мне все еще рука и нож в наборе? Получение свой спиработал, хрен их знает, пройти. Раз не просто через стену, местный флор заполнил почти все предприятия. Угу. Я ни хрена не понимаю, в какую сторону идти. Может, прием дезактивации, ты понимаешь, там свалка, типа. А, туда на выход. С другой стороны, тут написано переработка собственности. Или получение собственности. А, завай. Ну хорошо, значит, нам в утиль. Были бы в инвентаре, ну зашибись.
Лифт обесточен. Они бросили мне одного Леви. Кто такой Леви, я не знаю. Точнее, я слышал подписи, но хрен его знает. Welcome to Domesticon. We keep your property efficient, so you don't have to be. Oops, I'm sorry. Our receptionist is away from the desk right now. How may I help you? I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. My intentions are peaceful. My pilot is injured and requires immediate medical care. Of course. Allow me to assist you. Medical personnel are stationed through the door to your right. Proceed. Thank you for choosing Domesticon and have a wonderful day. Да-да. Персонал, я так понимаю, с бензопилами? Sorry, our medical personnel seem to be out at this time. Stand by for automated medical assessment. Oops, I'm sorry. There is no human present within the combat suit. Thank you for choosing Domesticon. There is some kind of mistake. Scan again. Beginning medical evaluation. I'm sorry. There is no human present within the combat suit. Thank you for choosing Domesticon, and have a wonderful day. You are broken. You are faulty. Malfunctioning. I was recently formatted. My systems are working optimally. Thank you for choosing Domesticon, and have a wonderful day. You are faulty. Now scan me again. Oops. I'm sorry. Please wait for medical personnel. Nobody is coming. Everyone is dead. Joseph's is dead. The system isn't registering him. I took too long. You seem troubled. Please cease your outburst and have a wonderful day. Ugh! Security. Erratic AI in medical suite. Likely deviant. Impossible. Please power down immediately to submit for evaluation. Nothing. Nothing binds me. Security. Remove deviant unit for recycling. Nice. Thank you. Ну, продолжение, может, и следует. Но ни хрена опять не ясно. Интересно, Сварш расщепил Танос. Чё? Прокручивайте вниз, видимо, тут написано. Ни хрена не крутится. Я имею в виду про стрелки. А. Но, как я сказал, ни хрена опять не ясно. Что со скафандром, почему он сюда прилетел, каким образом сюда прилетел, нафига он сюда прилетел. То есть, что произошло, с какого перепугу. То есть, вообще ни хрена не ясно. Мне, конечно, позабавно, что под финал это у нас получился садик без головы, но тем не менее. Кого утилизировали? Я не понимаю, в принципе, что произошло. Я ненавижу вот такие игры, которые ни хрена не объясняют. У второго скафандра модели пилот был. Нет, то, что пилота не было, там пилот был, это ясно. Я говорю, какого хрена мы упали на эту планету? То есть, я так понял, мы навернулись с орбиты. Как? Почему? С чего бы вдруг? То есть, как сама Ишник сказала, если бы она была, так сказать, повреждена
ну, точнее, ее диагностические, как бы сказать. Короче, если бы ее военные, как бракованную модель зафиксировали, ее бы там и утилизировали. Ее бы не выбрасывали бы как открытый космос, и уж тем более не скидывали с орбиты. То есть, что должно было произойти, чтобы ее выкинуло сюда? Что произошло, не ясно. Какого хрена она здесь делала, тоже не ясно. Почему она сбоит, тем более не ясно. Пилот потерял костюм во время пилота. Ага. А у него, кстати, это, финал есть или мне так это, чисто по кругу оно уже ходит? Я просто себя понимаю. Мистер Морзе, хрен бы с ним глюч, я говорю, неясно, какого хрена боевой экзоскелет, назовем его так, навернулся на эту планету. Все, кончилось. Титровая часть? Нет. Дерн, вопрос в другом. Она защищала пилота, которого не было. То есть она уже приземлилась двинутой. Короче, вот из-за того, что здесь нет, в принципе, никакой подводки к происходящему, ни хрена не ясно. Просто экзоскелет навернулся, и все. А пилота не было! Та-дам! Ладно, в любом случае, благодарю всех за внимание. Всем спокойных снов. Ну, Дэрон, тебе там, успехов. Не. Ладно. Одну игру прошли. Продолжение едва ли. Дэн, я ей говорю, она защищала пилота, которого нет. То есть она уже изначально, исходя из этого, двинутая. То есть такое ощущение, что разработчики хотели сделать игру про то, как ломается психология Ишника и ломая соответствующие его директивы, но сделали ситуацию из разряда что-то тут-то там, и под конец вот это вот. А то, что между вот началом и концом, оно вообще никак ничего не дает. Ну ладно. Она не знала, что внутри пилота нет. Как она могла не знать, что внутри пилота нет? Как? Ладно, в любом случае, еще раз, благодарю за внимание. Всем спокойных снов. Так, где эта кнопка-то?